Некому лечить. В Красноярском крае не хватает больше 2000 врачей. При этом 1880 из них – это специалисты узкого профиля. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения края Марина Бичурина. Еще больше недостает среднего персонала. Это фельдшеры, медсестры и лаборанты. Кроме того, замминистра отмечает, что в крае много врачей старше 60 лет, и им также нужна смена.